Добрый день. Раиса Музыченко сегодня в гостях у интернет-дневников Кавказского дома. Добрый день, Рая. Добрый денечек. Никогда не забуду и буду вам вечно признателен за то, что впервые привели вы меня сюда. Я впервые попал в Кавказский дом на вашу презентацию. Не думала, точно не гадала, что так получится. Большое вам спасибо за это. Я тоже не забуду. Это очень было интересно и своевременно. Да. Ну что ж, первый вопрос, который я задаю все-таки всем. Как давно вы пишете, как? Когда началось? Такой же традиционный вопрос, традиционный ответ. Пишу я с детства, лет 10-11 начинала писать. Ну, я рвала и выбрасывала. Угу. Я понимала, что это не тот уровень, не на том уровне. И все-таки серьезно. Вот «Руки прочь от Вьетнама» была такая акция, помню, в Советском Союзе. Угу. Я написала сочинение, которое нам задали на эту тематику. Как-то так воодушевленно писала, как-то так необыкновенно. Туда вклинилось стихотворение, строчек в 16, наверное. Патриотически, да нельзя. Ну, его напечатали в стенной газете школьной, хвалили там, рецензии и так далее. Мне показалось, что это уже на уровне было что-то. И все равно я потом не писала, или писала, выбрасывала, и начал рисовать. Я стала рисовать, занялась живописью. Об этом мы отдельно с вами поговорим. Да. И уже серьезно я стала писать в годы войны здесь у нас, в Грузии. То есть не я начала писать. Дети спросили, что делать. Ни театров, ни кино, ну ничего буквально, и нищета. Угу. Я заметила у них талант. Я говорю, пишите. И они стали писать. Да так стали писать, что я позавидовала. И стала их догонять. Угу. И стала, ну так догнала, что перегнала в 10 раз. Угу. Ну да, вот здесь весь стол засыпан. Перегнала в 10 раз, и мне это так понравилось. Появились люди, которые мне открыли зеленый свет в литературе. Это Глеб Борисович Коренецкий, это Ирия Гаронова, Игорь Иванесов, потом дальше уже Георгий Сичинава, Заури Мулашки и так далее. Это уже попозже. Ну, появились такие люди, которые стали брать мои вещи, причем систематически, регулярно в свои журналы. Вот-вот, расскажите, пожалуйста, об этих книгах, о журналах. Я почувствовала себя тогда поэтом. Угу. Немножечко поздновато, но слишком долго молчала, да? Мне даже отец сочинял, но, правда, на грузинском языке, хотя украинец. Вот книги, которые я напечатала, издавала каждый год по одной. Первая из них – это «Под куполом неба бездонного». Угу. Следующая была «Вечерних роз прикосновения», от слова «роса», а не «роза». «Вечерних роз прикосновения». Вот это оформленная моей дочерью, значит, обложка «Исида убегающая», «Богиня любви». Мне захотелось назвать эту книгу «Танцующая на ветрах». Параллельно там «Бегущая по волнам», а у меня «Танцующая на ветрах». Интересное название. Да. После этого я очень интересную книгу выпустила. Она называется «Мистика Карагачинского леса». Да, это книга о моей родине. Да, это книга о моей родине. Этот лес рядом с моим селением. В общем, я выросла на пейзажах этого леса, на навеянных им его энергетикой, вдохновении. Там безумное количество цветов, птиц, кустов деревьев, реликтовых и так далее. Один из них, одно из этих деревьев называется карагач. По-моему, на русском это вяз. Да, вроде. Да. Это настолько меня трогает все, вот прошлое моей родины, пейзажи ее, и даже вот то, в каком она состоянии сейчас находится, немножечко печальном, тоже меня волнует, конечно. На эту тематику я и пишу. Практически все мои книги о Грузии. То есть черпаете вы свое вдохновение в со своей деревни, со своих скал, пропастей, утесов, пещер, родников и так далее. Да, там и в бешеном количестве все это. Причем это не просто лес и не просто горы.
Там в лесу есть впадины, бездомные. Есть высоты необыкновенные. Вот такая одна из них, крепость Харнабуджи на утесе, вертикальный, отвесный, форпост, еще с 18-17 века, а может быть и раньше. Это был форпост на востоке, охрана границы грузинской со стороны Дагестана, там дальше уже идет Азербайджан, кажется. Вот туда и приехали 4 поколения назад мои предки, с казачьим драгунским полком охранять границу. И до сих пор мои племянники вот сейчас, двоюродные, тоже охраняют там поблизости эту границу. Но крепость Харнабуджи – это что-то небывалое, это отдельная история. Я о ней написала в одной из книг прозаически, во вступлении, сейчас не помню какая. Это что-то необычное, конечно. Кто на ней побывает, там полазит, в этих пропастях, по этим лианам перебираешься над пропастью. Ну, уже не забудешь никогда, конечно. Следующая книга была «Пространство света». Подругам, дочь подруги оформила по компьютеру, так интересно, вроде бы получилось наш восточный пейзаж, не знаю. Конечно, просто не взял этот аппарат, который разводил краски или что-то такое, и там погасли, немного красок погасло. Пространство света. Да, немного ярче бы ее сделать. Намного была она лучше на дискете, на диске, она была лучше. Это издатели виноваты, что делать они да, у нас хромают. Но сама книга, содержание прекрасное. Знаешь, что она вот такая светящаяся, светло-туманная, может быть, она и рисует пространство как-то, доказывает, что это пространство света. Пространство света, я имею в виду Грузию. Ее земли, ее края, ее родники и так далее, небеса. Ну, еще одну книгу я задумала написать, вот то... Называется она «Рассыпанные агаты». Ну, тут уже оформление Джозефины Вейл. Бесподобное оформление, да, интересное. Красиво. Оно там и агаты, и цветы, и камни, и волны, и берега, все рассыпано. Да. «Рассыпанные агаты» — это не только о море, о камнях и так далее. Это о наших словах, нашей речи, которая художественно вмещается поэтом вот в эти книги, в циклы и так далее. Но прежде чем выпустить ту книгу, она у меня задержалась не каждый год, как я обычно, а 2 года задержалась в результате того, что мои вот эти предыдущие книги переводили грузинские писатели, поэты, редакторы журнала «Вайя», «Церлоба Отзда Эрти», вот «Мадли газета» и так далее. Эти интересные, замечательные люди взялись вот так по своему желанию перевести мои вещи, выбрали. Получился избранный сборничек, довольно плотненький, 127 страниц. И я его назвала «Луджи Каребис Птебзе» – «На крыльях синих ветров». Мне показалось это название очень говорящее, какое-то необыкновенное. Синий цвет мой любимый был одно время. Сейчас я персик его обожаю. Ну, я грешно будет не сказать, кто переводил, по-моему, эту вещь. Очень большой вклад в него Заур Мулашхия, редактор журнала «Айя», газеты «Мадли». Вот его портрет здесь на первой странице, его юбилей. Его юбилей 65 лет. Заур Мулашхия. Главный редактор этих журналов Георгий Сичинава. И хотя он прозаик, он работает в прозе, но он не удержался от того, чтобы тоже не перевести мои сложные стихи, как, например, «Эхнатон». Я его очень попросила, говорю: «Георгий, пожалуйста, очень прошу, переведи это стихотворение, чтобы оно должным образом прозвучало». И Георгий Сичинава перевел несколько стихов. Дальше около 50-60 стихов перевел Джемал Шуни, виднейший поэт, замредактора и редактор журнала «Церлоба Отзда Эрти». Также туда вошли работы Торнике Кашбая, переводы очень много, кстати, в стиле верлибра. Он переводил все мои верлибры, он именно сам пишет верлибры, и он переводил верлибры. Очень известный филолог, профессор, общественный деятель Нино Арсенашвили переводила. И также Ия Цведиани Багратиони перевела там несколько стихотворений, совсем немножечко, заочным образом нашла книгу, перевела, переслала через кого-то что-то мне эти вещи.
Я им безумно благодарна, конечно, что они по своему почину все это сделали, не оставили меня без внимания, мои вещи. Наверное, их подогревало то, что книги мои, вот они буквально о земле грузинской, о ее людях, о ее природе. Сюда вошли Батуми, Исарпи, Харнабуджи, Дедоплескару, Сагареджо, Телави, Гомборский лес, который я тоже обожаю. Это же безумно красивый лес, и сама дорога туда, и альпийские луга наверху. А дальше Телави там прелесть. Да, Телави, Гварели и так далее. Цинандали там совсем неподалеку, известные наши цинандали. Вот Раечка, вот и теперь давайте вот такой вопрос подаем. Здесь в кулуарах люди даже спорят между собой, что у вас лучше получается, писать стихи или заниматься живописью. Стихи, потому стихи, что, стихи. Потому что нет, вы действительно, вот мы обязательно покажем ваши работы. Лично я, что здесь восхищение, что там восхищение. Я и маслом, неплохо. И акварелью. После филологического факультета я параллельно закончила искусствоведческий в университете Джавахишвили на отделении живописи. Умами Ахубадзе он руководил тогда. И Кетеван Багдавадзе также. В тот момент еще преподавала там. Я успела 2 года ее захватить перед тем, как ей стало плохо. Эка Гачичеладзе, мой непосредственный руководитель по практике, моя подруга ближайшая была. Прекрасные люди. И Локери Селидзе, которые там преподавали. Ну, параллельный факультет, он есть параллельный, как-то больше своими темпами, своей наукой доходил до конца, до предела так, и так далее. Но я считаю, что у меня стихи сильнее, я как поэт, наверное, все-таки люди меня знают. Ну, я думаю, а вот картины, они, картины, я думаю, они не будут столь известные, конечно. Как вам удается заниматься одновременно и изобразительным искусством и поэзией? Надоедает одно, занимаюсь другим. Откуда времени, откуда сил столько? Это мой секрет, потому что не хочется раскрывать все-таки, маленькую тайну. Все-таки для нас. Я страдаю немного бессонницей. О. Сыпятся стихи иногда. Не знаю, как сыпятся. И пишу, как будто не я, как будто они откуда-то так сыпаются мне. Интересно. Иногда уже засыпаю, подскакиваю, а пришла строчка, забуду потом. Все. Бегу, встаю среди ночи, включаю там свечку или лампу, или что-то, и пишу. Главное, первые 2 записать. Потом уже все аккуратненько пойдет. Но мысль главное не потерять. Как, например, люблю я сеть дождей, в них отдыхают мысли. Вот сразу пришло так, во время дождя Батумского, они же бесподобные дожди, ливни, да, ливневые. Пришло, надо было сразу записать, ушло бы, просто ушло. Вот люблю я сеть дождей, в них отдыхают мысли, да, какой-то смысл идет. И кому я не прочитала, и все задумались, а ведь так. Ну, мой секрет то, что я не могу жить без творческого дела. Я готова и лепить, и делать скульптуры, я уже кафель, метла класть готова, лишь бы творить, чем-то заниматься. Когда у меня остается свободное время, я не знаю, куда себя деть. Просто не знаю. И мне тогда плохо. Это очень хорошо, что вам плохо, когда вы не занимаетесь. Я преподавала очень много. Я 38 лет преподавала в художественном техникуме в Висанском районе. Рядом с мебельным комбинатом был техникум Хисхатрулида Мушавеба. И это получается на русском художественная резьба по дереву. Да? Резьба по дереву. Я там преподавала и рисунок, и акварель, техническую резьбу, инкрустацию я преподавала, литературу русскую с языком, обеим секторам. Сначала были русские и грузинские. Потом Господи, уже только всего? 18 лет только грузинскому сектору. Потом мне предложили работу в Сухумском университете на волонтерских пока началах. Я там преподавала тоже русский язык с большим успехом. Дети за мной группами, стайками, как воробьята, бегали до остановки, сумочки несли. Ну, так на волонтерских началах мне в тот момент я болела. Трудно было мне по снегам месить эту грязь из Сабуртолинской гимназии, ехать в университет с 2 пересадками. Я как-то отстала от этого дела, ушла. Жалела студентов, больно было расставаться с ними. Так необходимо было. Раечка, а вот в ближайшее время наверняка у вас следующая книга уже в процессе разработки находится. Чем вы нас порадуете? Все привыкли, что каждый год я издаю по книге. Но все труднее и труднее финансово все это выполнять, конечно. Книгу я уже пишу.
Я все лето пробыла в Батуми. Новые впечатления, новые невообразимые пейзажи, и ливни, и цунами, и потопы, и солнце жгучее, все, что хотите. Квариати, Сарпи, Зеленый мыс, все это, да, просмотрели, объездили заново, всколыхнулись какие-то чувства, потому что Зеленый мыс я, конечно, в юности смотрела, пробыла там, но сейчас что-то божественное там, конечно, что-то невообразимое. Но опять новых впечатлений огромное количество. Эти чайки, эти кораблики с парусами, незабываемо все это. И пошли стихи сами собою. Я их написала. Лирические, интимные, пейзажные, дружественные, всякие, всякого характера. Конечно, книга будет, но так быстро я уже не смогу выпустить. Все финансы, все. Заплакали. Ну, что-нибудь с Божьей помощью. Что-нибудь сделаю с Божьей помощью. Может быть, когда-нибудь Союз писателей поможет, издатели еще как-то, какие-то спонсоры найдутся в каком-то литературном обществе. Посмотрим. Что-нибудь из нового вы нам прочитаете сегодня? Потом из старого, да? Не, ну как угодно. Да, просто да, перейдем сейчас, я, наверное, для этой цели взялась 40 новых стихов, вот всего 3. Да. Даже, наверное, многовато. Гибель испанской армады. Флоты Ла-Калу, Коруньи, Лиссабона истрепали месячные штормы, и в сражениях тает вся армада, заходить в Ла-Манш было не надо. Герцогу Медина, Сидония, грезятся причалы Сантадера, но вокруг Ирландии холодной путь его лежит теперь надводный. Ливни льют на воды океана, гибнут корабли Ашу-Лоредо, тысячами мертвые матросы, брошены на волны альбатросом. Чудо всей Испании, армада, без вести затеряна, погибла. Плачет и Кордова, и Севилья, проклиная войн, стихи в Сесилье. Берег Йори. Сиреневых туч гирлянды, золото солнца зашедшего, снова и снова чаруют, радует сердце померкшее, птичья трель утонченная, блеск паутинки летящий, суть колдовское явление. О, моя речка звенящая! Сколько рассказано песен тех, что веками сбирались, сколько влюбленных касались волны твои и ласкали. Помнишь ты дни боевые, розовым воды сливались, барсам и львам огнеоким ратники света равнялись. Спой же и мне напоследок грустную сказку поведай, боль мою денно горящую ты усыпи и разведай. Наперекор. Ночь, выплывают тени, тени те сплошь уроды, реет мираж, риф, мели, да затаенные броды. Кони уносят быстро искры, нет, то не внезапный выстрел, смерти оскал в укрытии, жжет рана сердца, жжет, смертно саднит в забытии, жжет после дня погони и сумасшедшей ночи, ветер крыла уронит, смело заглянет в очи. Красен песок, ал месяц, ноги болота месят, и не дойти до суши, горло муссоны сушат. Жизнь, боль утрат, заглушит ли старину? Трава старинных улиц и камни мостовых, на них следы скакавших здесь некогда гнедых, звон старых колоколен, как и тогда при них, любимых и ушедших, о них гласит мой стих. Трагичный пиросмани свои сюжеты плел, а знойный юный ветер букеты листьев мел, венчался Грибоедов с божественной Нино, Шота создал поэмы, лилось рекой вино. Стихи Тамар-царицы пел Чахрукадзе бард, выбрасывал подснежник нежнейший месяц март. Карачухели пели в сверкающих лучах, и звезды загорались в прелестнейших очах. Красавица столица прельстила весь Восток, здесь каждый раз рождался поэзии росток, а я под песни древних, под колоколен звон, все вспоминаю леса, родного леса стон. Мне чудится ночами берег бурь, и паруса тех кораблей могучих, что бороздят бескрайний океан, и отблески креста на синих тучах, мне грезится седой грозящий вал, по палубе скользящий непременно. Мне кто-то скажет, сказки, просто бред.
Тебе не кажется, что сны несовершенны? А мне давно наскучил этот мир. Он суетен и зол, невообразимый. В нем дамы сплетни вяжут, словно кружева. И так непостижимо длятся эти зимы. Снега, бурусы, хрупкий лед. Мой ветер все срывает наголо и напрочь. А мне милее на Сейшелах миражи и дым костров, зажженных на ночь. Вот берег, пристань, пена лежит борт, команда утомленная гуляет. Лишь я опять пишу тебе свои стихи, и безотрывно чайка вещая летает. Известно, что гробница фараона Аминхотепа, Эхнатона, пуста, не найдена мумия, квадрат, засыпанный известняковыми камнями. Жреческие касты постарались стереть всякую память об этом фараоне, великом реформаторе, который правил 17 лет и сделал единое божество Амон, бог солнца, в Египте. Мы постарались убрать. Эхнатон, ветра и пески в твоем городе сталь. Ты стирал имена фараонова царь. Возвеличивал солнце, боль лучом пролегла в той амарне, что целью всей жизни была. О, великий и мудрый, забвение тебе предрекали жрецы, все истории древние творцы и чтецы. Нагло мстя, стерли фрески твои, золотых нету врат. Погребение твое пустоты лишь квадрат. Нет и тех, кто трагедии, о, солнце был рад. И погиб юный сын, две принцессы, жена, Нефертити прекрасные, закрылись глаза. Тебя нет, возвеличенный Бог. Скелет города, храма остаться лишь смог. Но уж нет урожая, в хранилище зерна. Пыль скелетная, буря здесь смерть пронесла. Ах, какое же сердце хотел ты дарить? Будет Нил по тебе слезы долгие лиц. Анне Ахматовой, которая вместе побывала со своим супругом, поэтом Николаем Гумилевым в Африке, в ее середине на озере Чад. Стихотворение называется «Он дарил ей гортензии». Ей сегодня пригрезилась Африка. Чад, болото, обрывы, тропа. И она золотая пантера. Рядом витязь и плещет вода. Так изящно, стройна и любима. Развивают ветра сноп волос. Видно, огненный вихрь Сахары небывалое счастье унес. То ли охотница, то ли принцесса красотой сразила Париж. Ты сегодня одна, поэтесса. И от боли несносной кричишь. Приложили плебеи старания к умиранию несбыточный грез, а рука, она помнит касание тех гортензий с алмазами роз. Стихотворение посвящается поэту Мулашке Заури и всем поэтам, очевидно. О, я знаю печаль поэта, его сознание не здесь, а где-то. Там вечный поиск и дни, и ночи, и сердце стонет, и нету мочи. Он видит страны, их нет на карте. Поют там сферы, не Пол Маккартни. Цветут, как пламя, цветы чудные, летают птицы, но не земные. Там увяданью все неподвластно, и грозы ярче, ветра всечасно, и свет энергии неопалимый, и спутник верный, незаменимый, и честь, и совесть всегда в почете. Там вы, поэты, уж не солжете. Вы цвет шафрана под ноги бросьте. И не забудьте, велик он в росте. Когда группа писателей занималась переводами, то Георгия Сеченова очень понравилось стихотворение, коротенькое, маленькое. Я не подумала, что оно так понравится. Называется оно «Вера». Верю в доброе начало, хоть планету укачало, звезд падение и смещение дюн. Тектонический громадин привлекает магнит впадин, и родится кто-то очень юн. Все рожденное не ново, все ль принять добро готово, ослепляет блеск несметных лун. Отрицайте зло повсюду, я помощницей вам буду, ведь не даром же сидею от тех дум. Храмы Грузии. О, храмы Грузии, древнейшие загадки, таинственное свечение алтарей, издревле сложены каноны здесь порядка, и неизвестно, что еще старей. К холодным сводам бесконечных ниш, ладонью ли, душою ли прикоснуться, стремлюсь и припадаю ниц, как скоро же твои сыны вернутся.
невыразима прелесть тех камней и скал, и гор под ними размещенных. Предвечен свет ваших огней и след легенд с ветрами унесенных. Армази, Самшвилде и Ананури, Уджарма, Щёгвиве, Нарекала, враги страну сто раз перевернули, но светлая, святая предрекала. Не только здесь изящество резьбы вы в тело твердокаменном вобрали. Многовековый плач, стенание, мольбы строители твердынь, что вас ваяли. Недосягаемо священны купола. Ступени вечностью наполовину стерты. Несет и веру вы распятого Христа, восставшего живым навек из мертвых. Карагачинский лес. Бирюзовой накидкой купол неба накрыт. Мой заброшенный замок среди леса забыт. Колокольчиков бледных наберу я в пути. Среди солнышек белых мне к вратам не пройти. Закрывают дорогу птицы леса и мох. В бездне сонной услышу затаившийся вздох. Кто-то ходит кругами, все вокруг ворошит. С высоты первозданной надо мной ворожит. Кто-то плачет и шепчет дорогие слова. Испугавшись, сорвалась дикой вишни сова. Высыпают и блещут тихо звезды уже. Посвящаю неслышно заклинание звезде. Удивительным тайнам среди леса дивлюсь. Заповедным владельцам упоенно молюсь. Жар сменила прохлада, замки все уже спят, только месяц отрада Божьей свечкой горит. Простите поэту. Соберу все крупиночки встреч, шарм улыбки, беседы к рассвету. Звенья памяти даже и меч не разрубит. Простите поэту, все простите, что Богу сродни. Полыхание чувств и сгоранье, все ошибки на трудном пути, высших истин, решений, познания, неприязнь к равнодушию и злу, и побеги к ветрам и просторам. Он привык забывать уж к утру все стремления ваши к раздорам, но касание сердца и льда, мельтешение безумные масок, остудит путь любви навсегда, словно смытое празднество красок. Что ж, Раечка, большое спасибо. Очень было интересно вас слушать. Пожелаю вам огромных успехов. Не бросайте ни одного своего занятия, потому что у вас все получается просто потрясающе, на мой взгляд. Спасибо за подарок. Очередной, у меня уже несколько ваших картин висит дома на почетных местах. Ну и напоследок, что бы вы пожелали творческим людям, нашей стране, русскоязычным авторам, поэтам, потому что передача фактически рубрика Я понимаю. Я всем пишущим, коллегам, всем творческим людям, включая тебя, меня и все наше окружение, я желаю выйти к большому свету. Все ж таки мы еще пока в тенечке. Свет еще не ярок. Для этого, конечно, должны измениться отношения со славянскими странами, чтобы наши русские произведения, звучащие на русском языке, могли бы увидеть широчайшую публику всех бывших братских республик, знающих, владеющих русским языком. Потому что все-таки в одной Грузии крутиться, где в основном, конечно, лучше прислушаться к грузинским поэтам, чем к нам, русским, более узкая аудитория. Я бы желала успехов и выйти к большому свету всем нашим творческим людям, которые... исключительно талантливы. Исключительно талантливы. Да, уж наша плеяда. Да. И хотела бы благодарность огромную выразить, Кавказскому дому выразить. Потому что здесь проходили мои презентации 3-4 книг. Этот Кавказский дом предоставил нам свои апартаменты. И мы, мои редакторы, мое окружение литературное, именно здесь проводили безумно прекрасные презентации и также творческие вечера поэтические с участием бардов из своего состава. Музыка звучала. И недавно мы даже пригласили кубинского композитора, 22 года всего ему. Поет, играет бесподобно. Как-то, ну, наверное, я позову видеть. Ну, как-нибудь пересечемся на музыкальном И вечере. Должна выразить благодарность художественному салону «Елена» на Мочабеле 14. Там, правда, Центр осетинской культуры. И вот они нам предоставили тоже свои залы, где находится большое количество картин
многих-многих наших художников. Да, кстати, тебе настоятельно рекомендую. Мои картины всем. Тоже там несколько имеются. Люба Твоори, руководитель этого салона, она вот так вот любезно нам предоставила, дружелюбно свой зал и с большим участием к нам относится. Ты видел этот зал, ты очень видел теплая эту женщину. Обстановка, очень приятная ситуация, очень интересные человек, вечера да. проводятся там Этери, в действительности. Игорь всегда там как-то что-то устраивают. Кстати, на днях будет вот юбилей журнала «Русского слова». Там должен по-моему, на даже этих днях проводиться. По-моему, сегодня. Сегодня-завтра это должно проводиться. Очень интересно будет. Ну что ж, Раечка, большое спасибо за то, что пришли, уделили нам внимание. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Не опускайте рук ни в коем случае. Все будет хорошо, поверьте. Всего доброго. Спасибо, благодарю вас. Спасибо. Ты мой золотой.